Продолжаем выпуск. Детский лагерь у всех ассоциируется с песнями у костра, дискотеками и любимыми вожатыми. Однако иногда все это можно разбавить и спортом. Сегодня в детском лагере «Огонек» прошла акция, на которой ребята испытали свои силы в воркауте, научились самообороне и многому другому. Подробнее расскажет Александр Зуев. Сегодня в летнем лагере «Огонек» особая программа. К детям приехал десант здоровья. Ребята научились самообороне, испытали свои силы на перекладине, узнали о профилактике ВИЧ-инфекции и опасности вредных привычек. Что тебе больше всего нравится? Лук, наверное. Я люблю стрелять из лука. Вообще, люблю стрелять. До этого стрелял? Да, до этого стрелял. Не только из лука, я стрелял еще и из винтовки. Мне всегда нравится стрелять. Я побывала на уроках самообороны. Это очень полезно, как по мне, потому что ты не знаешь, где тебе это может пригодиться. Какой прием из самообороны ты выучила? Так, ну, получается, если человек подошел близко к вам, то можно выломать ему руку назад. А как это сделать? Вот у меня рука какая-то схватилась. Вот он подошел, получается, схватил вас вот так вот. Берешь вот так вот, ну, выламываешь. Особенно детям понравился воркаут. Я и сам решил выполнить один из приемов на перекладине. Сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поехали. Аккуратно, ноги так не делай. Да, шаг. Ноги выпрями. Аккуратно. То он такой доступный вид. Доступное направление. Тем самым, ну, как бы проще для ребенка. Допустим, вышел на улицу там. Турнички-турники увидел, ребята занимаются, все, подошел, познакомился, начал вливаться в коллектив спортивный. А об этой акции мы, получается, предупредили ребят и вчера еще, да, и дети уже заинтересовались, потому что перед каждым мероприятием у нас лагерь заведено, идет настрой, и здесь настраивать не нужно было, потому что дети: о, а кто к нам приедет, а что у нас ожидает? И здесь, конечно, произвели такой сюрприз, что все самое интересное вы узнаете конкретно на площадках, на которых будет с вами работать специалисты. Десант здоровья проходит с 2019 года. Этим летом команда активистов посетила более 15 лагерей. Показываем ребятам, что на самом деле отказ там от вредных привычек ведения здорового образа жизни – это классно. Вот, например, у нас ребята с воркаута, они с 2019 года так с нами и ездят на эти акции. И, можно сказать, после каждого их приезда к ним потом записываются ребята с тех лагерей, которые они посетили, действительно уже занимаются воркаутом. Такая акция проходит ежегодно во время каждого заезда. Например, 11 августа активисты приедут в лагерь «Уголек» и «Родник». Александр Зуев, Александр Семенов, телекомпания «Аааа».